Вадим Владимирович, я поздравляю вас с этим знаменательным для вас событием. Благодарю вас за то, что вы совершили этот поступок в особое сложное для нашей страны время. И уверен, что под вашим руководством ваши коллеги, друзья, музыканты еще могут многое сделать во славу российского искусства и государства российского. Добрый день. Как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, великий русский писатель, что кровь – это великая вещь. Когда эта культура течет по твоим жилам, заменить нечем. Моя жизнь связана с культурой, искусством и жизнью России. Я надеюсь, так будет всегда.